На Медне в Большом Ананасе, который ожидал с воли один из зэков, мотающий срок в 52-й колонии строгого режима, в той, что в поселке Восточный под Камышловом на улице Комарова, контролеры обнаружили свертки с наркотой. Экзотический фрукт с сюрпризом прислал уголовнику приятель из богдановических краев. После того, как ананас был разрезан пополам, в его сердцевине были обнаружены 6 разноцветных непромокаемых пакетиков с героином, с гашишем и с уксусной кислотой. Последнюю, вероятно, использовали, чтобы отбить запах наркоты. Работницы службы колониального досмотра ковыряться в ананасе не стали. Позвонили дежурному, и тот вызвал из Камышловского ОПА следственно-оперативную группу. Силовики ананас оставили на зоне, а вот синие, черные и желто-зеленые свертки забрали с собой. Анализ показал, что ананас был нафарширован почти 3 граммами героина, без малого граммом гашиша и 70 миллиграммами уксусной кислоты. Оперативники уже вышли на след отправителя – ананаса с дурью. Ему светит срок за покушение на незаконный оборот наркотиков. Всем мужчинам поддержи новости Шеремета. Оформи спонсорство и купи сувенирные кружки с символикой СМЕРШ. Директором Шереметом и боевым советским оружием в его редакторских руках. Кружки из коллекции СМЕРШ ждут ваших заказов на сайте Инсталук. Жми по кружке с армейской звездой. Жми по кружке с армейской звездой.